В немецком Бонне сезон цветения японской вишни. В этом году он начался примерно на 2 недели раньше обычного. Бутоны растений уже полностью раскрылись, хотя обычно это происходит не раньше середины апреля. Причина раннего цветения – крайне мягкая зима. Сезон длится не более 2 недель. Причем, как подчеркивают ученые, чем теплее на улице, тем быстрее опадают цветки. В Токио об открытии сезона цветения сакуры объявили в субботу, на 15 дней позже, чем в прошлом году. Сезон начинается, когда на дереве в храме Юсукуни в Токио раскрывается хотя бы 5 бутонов.